благоустроить заводскую территорию и высадить 250 молодых хвойных деревьев рядом с заводскими цехами. Такая задача сегодня стоит перед сотрудниками предприятия «Мечел Кокс». Таким образом, коллектив завода принимает участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Предложение поступило от Всероссийского общества охраны природы. Это акция, которая запускалась в качестве, скажем так, компенсации тех потерь, которые мы понесли во время пожаров летних. Вот. Но сейчас принято решение, что она будет ежегодной, мы будем ее проводить теперь ежегодно. Все, что посадит Мечел за этот период, мы тоже примем к учету и будем благодарны за то, что и рабочие, и руководство компании отозвались на наш призыв. На работу по благоустройству вышли всем коллективом, от простого рабочего до начальника цеха. В посадке деревьев приняли участие даже министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев и руководитель Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников. А общественники отмечают, заводские площади и до этого были образцово-показательными. Теперь же станут еще живописнее. Тот факт, что мы сегодня посадили здесь сосенки в таком большом количестве, мы уверены, что они приживутся, их будут поливать, и они будут радовать не только заводчан, но и, в принципе, улавливать вредные вещества с тех же промышленных предприятий. «Мечел Кокс» уже 6 лет сотрудничает с Аргояжским лесничеством, которое и поставляет весь посадочный материал для озеленения территории и создания благоприятных экологических условий. Только в нынешнем году на заводе высадили более 1000 берез, ив, елей и сосен. Кстати, именно сосны в условиях Южного Урала приживаются лучше всего. Сосна более такая неприхотливая в нашей экологической окружающей среде. Ну, она такая более-менее приемлемо в наших условиях произрастания. В будущем планируем увеличить объемы поставок сюда в плане вот этого, проведения вот таких вот мероприятий по озеленению вокруг Челябинска, в Челябинске. В рамках стартовавшей совсем недавно масштабной акции «Сохраним лес» по всей стране уже посажено больше 15 миллионов деревьев. В ближайшее время свои места займут еще столько же саженцев. Мечел по праву может гордиться тем, что еще одно большое доброе дело прошло с его непосредственным участием. Евгения Малышко, Леонид Клименчук, Антон Шмаков, ОТВ.